Здравствуйте, родные мои. Кто не рад, тоже здравствуйте. Вот хочу показать. Вот в этом загоне вот три свиньи жили, вот родственники сделали. Вот крышу вот такой навес сделали. Все, вот там у них курятник был. И вот весной купили поросят. Просто вот так там солома была у них. Тут последний раз уже. Это не было. Все, вот здесь они все лето и прожили. Ничего не надо, никакие будки теплые, ни стайки, ничего. Солома весной. А сейчас очень видит, солому даже не стелили. Вот так они здесь и жили. Все, рады мы. Не чистить ничего не надо. Ни запаха, ничего. Все, рады мы. Лайки, дизлайки, до свидания.